Заезд Кубка Донбасса по картингу завершен. Завершен триумфально. Этап собрал огромное количество спортсменов со всех городов Донецкой области, из областей близлежащих, из областей достаточно далеких. Пилотам пришлось добираться, вдумайтесь только, из Кировограда, Харькова. К сожалению, не смогли приехать спортсмены из Одессы, и помимо всего прочего, также присутствуют спортсмены из Автономной Республики Крым. Последний картингист сейчас заедет в закрытый парк, и на этом соревновательная часть Кубка Донбасса по картингу второго этапа завершится. Выражаем огромную благодарность членам команды канала ЮСТВ за организацию сегодняшней прямой трансляции Кубка Донбасса по картингу. Я думаю, что вот это сотрудничество Федерации картинга Донецкой области и компании ЮСТВ продлится и на следующих этапах, и вы еще не один раз увидите и услышите и рев гоночных моторов, и увидите их в красочном исполнении канала ЮСТВ. Картинка была просто превосходная, на мой взгляд. Огромное спасибо за помощь в проведении и освещении второго этапа Кубка Донбасса по картингу. С вами был Шестаков Владимир и съемочная бригада компании ЮСТВ. Всего доброго!